сэкономят на себе. Фонд оплаты труда областных госслужащих сократили на 10%. Соответствующее постановление подписал губернатор. На такие меры пошли в целях оптимизации затрат на управление. Только на зарплатах сэкономят порядка 300 миллионов рублей. Документом также устанавливается ограничение на профессиональную переподготовку и повышение квалификации. А при командировках рекомендовано воздержаться от использования бизнес-терминала, приобретения авиабилетов первого класса и оплаты гостиниц высшего А-разряда. Всего в перечне мероприятий 17 позиций: сокращение затрат на содержание госучреждений, снижение транспортных расходов, реформирование органов исполнительной власти. Касается администрации всех городов и районов. Таким образом, в этом году в регионе планируют сэкономить порядка 3 миллиардов рублей, а высвободившиеся средства будут перенаправлены на решение социально-экономических задач, в первую очередь на оказание адресной поддержки наиболее нуждающимся, многодетным семьям, детям-сиротам, семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Еще важнее эта работа. Не только те деньги, которые могут появиться дополнительно для того, чтобы решать проблемы и сегодняшнего, особенно завтрашнего дня, насколько важна она будет, выстроенная, эффективная власть. Она потом многократно купит и заработает намного больше –